Раньше я всегда слушал совет своей матери. Будь с девушкой, которая заставляет тебя смеяться. Будь с умной девушкой. Внешность исчезнет быстрее, чем ты думаешь. Если честно, у меня никогда не было намерения быть с кем-то вроде нее. Потом в жизни происходит что-то, когда тебе приходится переоценивать, кого на самом деле ты выбрал. Она совершенно не мой идеал женщины. Я имею в виду... Да, она была прекрасна, но она была далека от совершенства. И она уже точно не была той девушкой, которую бы я представил маме. Я как-то всегда думал, что найду девушку, которая спасет меня. Девушка, которая бы позволила мне стать порядочным мужчиной. Я туда же целился, но я... Держи. Я ничего о ней не знаю. Я не знаю, откуда она. Я даже не знаю, ее ли это настоящее имя. Маша. Хочешь такого? Вкусно, очень вкусно. Обосраться и не встать. Они наругаются, зачем настраивать, не могу понять. Не буду это есть все. Не знаю, кто ее так обидел. Но есть то, что я знаю точно. Я хочу быть с ней. И даже знаю, что она тоже хочет быть со мной. Просто пока что не может признаться себе. Танцуем. Медленно подходим. Руки на капот.
В следующий раз, когда твоя мама захочет дать тебе любящий совет, скажи ей, что хочешь быть тем, кто заставляет тебя чувствовать себя живым.